День города Владимира состоится 31 августа. Областному центру исполнится 1029 лет. Деньги на праздник поступили от спонсоров. Всего около 3 миллионов рублей. Главный девиз дня города в этом году – возможно все. Гуляния начнутся в 12:00 на Соборной площади. Всего в центре будут работать 9 праздничных площадок. В сквере Липки пройдет показ костюмов от средневековых до современных. Это возможность интерактива, это возможность посмотреть что-либо, это возможность принять участие в мастер-классах и попробовать себя в какой-то ипостаси, плюс посмотреть просто великолепные костюмные концертные программы. Все это будет там в течение всего дня с сценическим пространством, и эта площадка будет отдельно освещена вот в тех стендах, о которых я говорю. На Георгиевской будет работать фан-фуд-зона. На ней гостей накормят традиционными блюдами народов мира. На парковке возле северных торговых рядов пройдут межрегиональные соревнования по настольному теннису и мастер-класс от двукратной чемпионки России Светланы Крекиной. Спринт лыжероллеров и велофестиваль «Покрути» состоятся на Студеной горе. Будут соревнования по бегавелу для детей от 2 до 6 лет. Соревнования зрелищные, экстремальные. Это соревнования по прыжкам в подушку на велосипедах MTB и BMX. Соревнования по вео-триалу. Это еще одна разновидность маунтинбайков. Тоже очень зрелищная дисциплина. С 9 часов утра до 11 вечера автомобильное движение от Студеной горы до площади Фрунзе будет перекрыто. Вечерняя концертная программа начнется на Соборной площади в 20:00 с выступления ансамбля позитивной музыки «Парнас» из Рязани. Хедлайнером праздника будет «Федук». И это тоже интересно. В городе у нас никогда не было подобного исполнителя вот такого направления. Конечно же, фейерверк. И, конечно же, дискотека, как тоже уже многие полюбили, после фейерверка очень обидно расходиться, и хочется еще немного музыки, и она обязательно будет. Свой день рождения отметит и Владимирская торпеда. 1 сентября клубу исполнится 60 лет. В 11:00 на стадионе «Лыбедь» в товарищеском матче сойдутся команды областной и городской администраций. После основной состав торпеда сыграет с молодыми футболистами из детской спортивной школы Олимпийского резерва. И вот завершит в 13:00, завершится матчевая встреча всех наших ветеранов, которые закончили играть в Владимирском торпедо. Мы их делим на две команды. Будут белые и черные. Форма у нас ретро. Вот именно в те годы, когда создавался футбольный клуб «Торпедо». Также 1 сентября на Георгиевской пройдет шоу от шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева. Рядом выступят владимирские и московские музыкальные группы. Игорь Липский, Дмитрий Шаталов, «Губерния-33».